кризис я потерял работу. Решил обратиться в службу занятости населения. Собрал необходимые документы, написал бизнес-план и получил субсидию на развитие собственного бизнеса. Почему бы не сделать дешевую парикмахерскую? И за счет того, что они будут дешевые, будет большой поток клиентов и, соответственно, окупаемость. Сейчас я владелец уже 5 парикмахерских. Смог трудоустроить 30 своих земляков. Обратитесь в службу занятости населения.